Друзья, привет! Ранняя весна, все цветет в городе Сочи, поэтому в лучших традициях марта в городе Сочи идет снег с дождем. Друзья, смотрите, показываю вам сейчас интересный участок. Находится он рядом с центральной дорогой в селе в Адлерском районе. Село называется Липники. Я здесь уже продал достаточно большое количество участков, поэтому очень обоснованно вам здесь буду рассказывать, что здесь и как. Вон там домик, кстати, строится. И вот если внимательно посмотреть, вон там видно, машина у меня стоит, и там есть детская площадочка. Участок вот такой вот удлиненной формы, идет вниз. Вон там у нас море и горы. То есть с каждой части этого участка есть вид на море. Ну и вот эти цветущие яблони его немножечко загораживают. Участок хороший, он больше 20 соток. Тут можно построить один или несколько домов. И у каждого, еще раз говорю, будет вид на море. И вот тут вот сделаем заезд. Электричество есть, газ есть, остановка рядом, новая асфальтовая дорога. Все как вы любите. Поэтому, друзья, если ищете хороший и недорогой участок, звоните, пишите, ставьте лайки. И также этот участок подходит под застройку несколькими домов в бюджете до 8 миллионов. Все, всем пока-пока.